Президент США Дональд Трамп утвердил декларацию о стихийном бедствии во всех 50 штатах. Она поступила от штата Вайоминг в связи с пандемией коронавируса COVID-19. Как сообщил заместитель пресс-секретаря президента Джад Дир в Твиттер, впервые стихийное бедствие объявляется на всей территории США. Хотя Вайоминг еще не дошел до тяжелой ситуации в некоторых штатах, эта декларация поможет нам подготовить и мобилизовать ресурсы, когда они нам понадобятся, сказал губернатор Вайоминга Марк Гордон. Напомним, в США с начала пандемии COVID-19 умерли 20 071 человек, более 6 тысяч из них в штате Нью-Йорк. Соединенные Штаты вышли на первое место в мире по количеству смертей от коронавируса. По количеству заразившихся США также на первом месте – 519 453 человек. Yeah.